Пара мыслей в рифму. Я снова об умных технологиях. Поверьте, это не шутка. На рисовых японских полях ходит теперь робот-утка. Всемирно известная фирма Nissan его зачем-то изобретает, и вот на заливных полях утка-сан фермерам помогает. Утки в Японии очень давно посадки риса оберегали. Неясно как, но известно одно: прорасти сорнякам они не давали. И здесь тот же принцип. Внизу два винта, вращаясь почву, они поднимают, сорняки не растут, вообще красота. Винты кислородом еще насыщают. Эффект от работы пока что не ясен. Серийного производства не будет. Замысел, безусловно, прекрасен, но в Японии интересуются люди. На утку робот совсем не похож. Не крякает, не умеет летать. Пока до конца непонятно. А все же, зачем его было изобретать?